Россия, всех вас за поддержку моей кандидатуры в ходе выборов президента России. Поэтому я благодарен принимаю предложение членов партии и ее руководства. Спасибо. Спасибо. Готов взять на себя дополнительную ответственность и возглавить Единую Россию. То, что вот так произошло, я думаю, что на пользу Единой России это сыграет очень-очень много. И авторитет, это возможность использовать громадный ресурс, который есть у Владимира Владимировича, вы знаете прекрасно об этом. Это к лучшему. А это команда единомышленников. И поэтому я уверена в том, что никакого конфликта идей, конфликта интересов, конфликта, знаете, власти здесь не будет, потому что это будет вредить делу. И мне кажется, что у этих людей достаточно разума для понимания этой ситуации, и уверена, что только в единой команде можно будет решить те амбициозные задачи, которые поставлены Дмитрием Анатольевичем, Владимиром Владимировичем. Путин consolidates his control over the party. He strengthens institutionally, but maybe at the same time he is also taking risks, since United Russia is not the party of everyone in Russia. Many people dislike it. And Putin associating himself with just one political party somewhat weakens his political positions in terms of his appeal to the broad popular base.